Играли, вдруг начали спичать самолеты черные. Для нас было утоплено 13 судов наших. Человек за бортом. Спасали человека, значит. Мы защищали с моря Архангельск. Будиев Юрий Александрович, место рождения, город Архангельск, воинское звание, юнга, должность, машинист транспортного судна «Киров», в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии, состоит с мая 1943 года. Будиев Юрий Александрович родился 20 июня 1928 года, город Архангельск. Отец был бухгалтер, мать счетовод. Работал в пароходстве кассиром. Отец бухгалтером в СУРПе. Это речное управление. 1937 году сначала уволились с работы. Какие-то там перипетии были, значит, бухгалтерские. Но казалось, ничего. А после этого, значит, его и арестовали. Забрали его, да и все, и расстреляли. И я остался без отца. Меня воспитывала мать. Мама была сразу на работу пошла. И меня с собой взяла. И я там все дни и пропадал в пароходстве. Потом началась война, значит, объявили, конечно, по радио. Внимание! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза, без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Мама объяснила, что началась война, самая неожиданная. То есть неожиданно для них, а мы, говорит, эту войну давно ждали, потому что недавно только прошла финская, мы тут переживали все перемещение войск и так далее, все это шло через Архангельск. В дворе играли, вдруг, значит, летят самолеты черные, да? Летят, начали бросать что-то. Начали бросать. Мы тогда говорим, так это уж не что-нибудь, а это война, ребята. И потом у нас запылали, значит, там в городе канатная фабрика запылала, бросали зажигательные бомбы. В Архангельске даже был сбит «Юнкерс». Этот «Юнкерс» был расположен в районе нашего Большого театра. И мы ходили, помню, с палками, грызели. Вот гад какой попался все-таки нам. Еще одному стервятнику навсегда перебиты крылья. Фашистские молодчики уже почувствовали на себе силу красноармейского удара. Они уже узнали, как горяча советская земля. Такая же участь ждет всю гитлеровскую орду и его хищных стервятников. Мы рыли, значит, в каждом квартале, рыли, значит, такие щели. Для того, чтобы кто живет в этом районе, во время бомбежек прятались в эти щели. Ну, мы как маленькие так таскали тут, значит, хвою, таскали, значит, для того, чтобы можно было замаскировать тут все. Но было интересно ведь. Все-таки ребенок и в эти года, конечно, все интересно. И старались подражать старшим. Потому что гасили бомбы во дворе зажигальные, зажигательные. Мы хватали эти зажигалки и бросали в бочки с водой.
все выкипало, а она все горит. Потому что мы не знали, что имелись термиты бомбы. Но потом мы узнали, уже был налажен уже не вода, то есть не бочки с водой, а были уже бочки с песком. Граждане, помните, что тушение зажигательных бомб совершенно не опасно. Зажигательную бомбу вы можете потушить песком, землей, размолотой глиной. Советские патриоты, вас не запугает подлый враг. Боритесь с зажигательными бомбами. Берегите достояние любимой Родины. В это время, точнее, были уже кинофильмы, если завтра война, ну и так далее. И мы, конечно, знали, что такое война. Мы все учились, конечно, военному делу. Это у нас уже в школе было. У нас была обязательно военная подготовка. Ну, конечно, и физкультура. Молодежь готовится занять свое место в рядах Красной Армии. Изо дня в день она воспитывает в себе выносливость, смелость, ловкость и силу. Открылись госпиталя. Мы стали, значит, все время проводить в госпиталях. И мы старались участвовать, помогать, чем можем, так, по возможности, бойцам там и так далее. Стали много привозить раненые с Карельского фронта. И поэтому мы уже тут были все в работе. Костыли приносили, понимаешь, люди там помогали передвигаться бойцам, понимаешь, по госпиталю. Ну и в основном, конечно, мы старались поднести им лекарства, те, которые им выписывали, и, конечно, по возможности их перебинтовывали. Есть такие ранения, при которых из пяти выживают трое. Но и жизнь этих, отвоеванных у смерти троих, еще во многом зависит от ухода обслуживающего персонала. Я-то летом работал на катере учеником моториста. И все запрашивающие был на перевозке людей с рейда на берег. Уже получал полкарточки на катере. Ну, а потом, когда уже стал уже настоящим учеником моториста, тогда уже стал получать рабочую карточку. Хлеба кило 200. Ну и так далее, и тому подобное. Уже тогда мы зажили очень хорошо. Это был 42-й год. В морские части пришло новое пополнение. Молодые патриоты заняли свои боевые места. Они успешно овладевают военно-морским делом. Наша школа сама образовалась на базе ребят, которые были, значит, эвакуированы из Ленинграда. То есть вся партия ребятишек была принята в пароходство и распределена по судам. Ну, на судах там кормили, худо-бедно, но одевали, потому что ни у кого ничего не было за душой. Архангельская школа «Юнг» образована в 1942 году при Беломорском государственном морском пароходстве. Первый набор, 31 человек, почти целиком состоял из ребят, поступивших из детских приемников НКВД. В школы «Юнг» брали сирот, а также детей из семей погибших моряков и фронтовиков. В 1943 году в Архангельскую школу «Юнг» было подано уже 320 заявлений, из которых отобрали 189 ребят. «Юнги» состояли в экипажах судов, участвовавших в каботажных рейсах морских конвоев. Наравне со взрослыми служили в боевых расчетах у орудий и пулеметов. Школы «Юнг» также существовали на Соловецких островах, в Мезине, на Рянмаре и Петропавловске-Камчатском. В школе «Юнг» было попасть очень трудно, потому что все ребята хотели попасть в школу «Юнг» и быть полезным чем-то даже вот в таких условиях. Нас 6 человек, ребят архангельских, приняли в эту школу «Юнг». Это было зима уже, 42 год. Мы жили на пассажирском судне «Карелия». Называлось такое место «Собачья дыра». Было и холодно, и голодно,
Но, тем не менее, мы все-таки жили и выдали нам фуфайки, шапки, понимаете ли так. И мы уже в таком мундировании ходили учиться через реку, ходили туда, вот в мореходку. Первый год мы закончили хорошо. Значит, тут комсомолия за нами следила. И кто закончил хорошо первый год, получил вознаграждение, значит, книги. Книги дали нам все. «Комсомол в боях за Родину». Такая книга была. Первый год обучения была в основном это сигнализация. Это флажная и световая. Мы закончили все первый год, значит, на отлично, и были все хорошие специалистами. Сигнальщики пишут азбукой Морзе. Так разговаривают между собой корабли. С нами занимались специалисты как по архитектуре корабля, так и по такелажному делу. Мы вязали маты, кранцы, понимаете ли, и узлы. У нас в классе стояли пулеметы. Прямо в классе стояли марлины, орликоны стояли, и мы учились прямо там на ходу, как это все заряжается, как прицелы вести и так далее и подобное. И из сарая мы уже выходили как бы специалисты в таком, в классическом виде, что мы уже матросы. Со всех концов Союза ехали сюда молодые патриоты, чтобы стать моряками, чтобы свято и верно продолжать традиции русского военно-морского флота. С последнего набора обязательно спускали шлюпки, спускали эти пакеты специальные, чтобы мы доходили, что и как. Мы тренировались, человек за бортом, спасали человека, значит. Самое-то главное, это, конечно, подать руку человеку, который находится в воде, и выбросить спасательный круг. То есть обязательно должны быть спасательные средства. Но у нас были в основном пояса спасательные, так и круги. Но круг это был большой, а спасательные пояса выкинул, все в порядке. Юнги отправляются в учебное плавание. Закончились, когда учеба в здании там, в школе юнг, нас всех направили на суда. И я попал, вот сразу у нас 6 человек, попало на такой пароход, был «Селинга». Значит, да, военный помощник, 9 матросов, орудия «Офферс», 16 орликонов. И все это надо было нам понимать и знать. Мы старались показать, что мы тоже являемся бойцами и можем тоже помогать под доселе и под тронтаж. Он, правда, тяжеловат был, но мы вдвоем кое-как установим его орликоны. Мы ведь часто ходили очень на новую землю. Потом ходили в Йогангу, ходили на наши суда, были в караванах, уже участвовали в этих самых, в тревогах. Раз поднялся сигнал тревоги, значит, мы должны быть на местах в аварийной группе. А иногда, знаете, было так, что у нас же пояса были под подушками. Вместо поясов, понимаете, брали подушки, потому что надо вовремя прийти. Прибегали, а там командир говорит: «Вы что, с подушкой-то?» Мы говорим: «Вы быстро». «Нет, вы идите». А мы говорим: «Мы не пойдем, пожалуйста, туда-обратно». «Нет, идите». И вот потихонечку нас, значит, обратно в кубрик. Мы брали, значит, спасательные пояса и садились в общую шеренгу вот этой аварийной партии. Ну, аварийная партия, она имела свои составы, знали, как подходить, то есть подводить под крылья концы, как соединять, как подводить понтоны. А потом нас одели, одели как следует, одели так, чтобы мы никогда не отличались от всех бойцов, находящихся в Архангельске, бушлаты, шинели,
шапки, понимаешь, без козырьки. У всех написано «Архангельская школа юнг». Наши публика с честью в почете, где заветные вещи лежат. Это спутники жизни на флоте, без козырька на верный куштат. Нас еще и в комбинзатуру забирали, потому что еще погон-то не было. Погон-то, а форма-то у нас то же самое было. И мы уже были во всеоружии. Мы же идем не по одному, по два, по три. Подходила команда и говорит: вы откуда? Мы говорим: мы юнги. Раз, нас ничего не знаем. Тоже военные туда. Ну так, для страху, конечно, отпускали. Потом, когда это все выяснялось, что мы действительно юнги, а не военные моряки. А так мы все морское. Морская душа. Так шутливо и ласково зовут краснофлотцы полосатую тельняшку. Носить ее под любой формой, в которой денет моряка война, стало традицией. При нас было утоплено 13 судов наших пароходских. Значит, первое судно, вот как мы жили на Карелии, точно такое же, Карелия, значит, первый год войны, в 41 году, подорвался на нашей мине. Потом, когда мы сами плавали, мы же каждый раз ходили в конвоях, каждый раз были, значит, определенные занятия и ходили точно по расписанию. Северный морской путь – в годы Великой Отечественной войны важнейшая транспортная магистраль Советского Севера. По Севморпути осуществлялась проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. Через арктические порты Нарьян-Мар, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси флот снабжался каменным углем, военная промышленность – никелем, медью, лесом. Судоходство обеспечивалось системой морских конвоев. За 4 военных года по Северному морскому пути прошли сотни судов, из них около 170 в конвоях. Было перевезено свыше 4 миллионов тонн различных грузов. Мы обслуживали судно, имели в виду, что мы находимся на фронте. То есть мы обслуживаем, перевозим, помогаем, понимаем, и так. И каждый делает свое дело. На судах перевозили мы очень много. Но в основном это мототехнику и продовольствие. Из Архангельска на Дудинку. Дикса, Дудинка, Новая Земля, Хабарка, значит, Югорский шар. В Югорском шаре мы как-то простояли 15 суток. Ждали, пока тральщики протралят минные поля. Право курсовой 15, плавающая мина. Шестерку к спуску. Фашисты забрасывают минами подходы к нашим базам. Но труженики моря терпеливо освобождают пути для наших кораблей. При нас же во время обеда погиб наш буксир «Шквал». При нас на глазах. У нас обед был. А он шел под тем берегом. Там такой щерст был, судно наше утоплено. И он там с ним работал. И подорвался на мине. Все погибли там. Так ухнуло, что ничего от него не осталось. Вечная слава павшим на поле боя, борьбе за свободу и честь нашей Родины. Все суда-то иностранные, конечно, приходили в основном с продуктами. Там технику мы снимали, а мы, пацаны, там поедем по ящикам, смотрим, где там колбаса, консервы. Тоже приобретали потихоньку. Там, я помню, Папанин был, тот все время говорит: братушки, не воруйте, это все на фронт идет.
А мы же все в трубах работаем. Так там у нас сверху там. Так-так, ребята, ничего не раскошеливайте. А там ведь что, иногда ящики были и ломаные, и сломаны. Яичный порошок, вот эти консервы, понимаете ли. Да много там чего. Сухофрукты там. Нам ведь они здорово помогли во время войны. Англичане, американцы, они много там продуктов привозили. Нас всегда сопровождала военная команда. Но мы уже знали, что кто куда расписан, и он сразу по тревоге находился сразу на своих местах. Я был сигнальщик. Мне надо было связь держать с тем охранением, которое с нами шло. Мало ли так, что передавали, я должен капитану, командиру на данное время, кто на вахте стоит, старпом или кто-то из помощников, я должен досконально сказать, что они от нас хотят. И мы передавали, да, вот они хотят то-то. А потом уже появилась световая сигнализация. Там еще лучше стало, потому что там больше знаков. И у нас звуковая тоже была, но в основном световая и флажная сигнализация, где точно указывалось направление судна, что оно должно делать, какой маневр. А наши ребята все были направо, на левом борту, на баке и на юте. Стояли и уже дублировали. Если мы не знаем, они дублировали то, что есть. И мы все это знали хорошо, досконально. То есть мы знали, что они пишут, и сразу передавали командование. Что вот они, то там поворот вправо, поворот влево. Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. У нас на каждом судне радиостанция своя, поэтому последние известия у нас выпускались, значит, такие листки фронтовые, где описывалось, что наши вот там-то взяли такой-то город и так далее и тому подобное. Все это вовремя информировалось, вовремя. В общем, связь здорово работала. Политинформация, радисты делали всегда политинформацию. Мы все знали, что делается. И в Архангельске, какие переходы будут, куда идем, какое задание, все знали. У нас были аппараты на каждом судне, и кино все время показывали. У нас культурное обслуживание было нормально. И менялись на судах, особенно на ледоколах. Боевики – это вот американский фильм. Там у них все это налажено, у них на каждом ледоколе, зачастую так было, что все это прокидывалось, и вместо там столовой был зал. И кинокартины, и все. И мы с удовольствием это время успевали, как ребята, давайте посмотрите, мы, конечно, американские, ну и так понятно все, что. Мы же английский язык худо и бедно, но клякали там. Мы были, учились в мореходке на повышение курсов. Это был 45-й год. И вдруг нам сказали, елка, война кончилась. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. С радостью тут все, понимаете ли. Тем более курсанты там были, 45-й год. Народу, наши ребята все там были. Так что очень радостно встретили бы так, с боями, понимаешь. Сами себя, как сказать, сами себя благодарили за победу. Ведь, собственно говоря, мы защищали с моря Архангельск.